Здравствуй, мой уютный дневничок. Сегодня он в первый раз опоздал на работу. Как обычно, и побыстрее. Пожалуйста, вы не убивайте меня. Я прошу вас, у меня жена, дети. Я вас очень прошу, не убивайте меня, пожалуйста, пожалуйста. Я сказал, как обычно. Дмитрий Геннадьевич, ну что же вы сразу? Димка Воронцов, ты что ли? Щегол. Димка, я сколько лет, сколько зим. Я слышал, у тебя все на мази, фирма своя. А нету больше моей фирмы, Аркаша. Ты понимаешь, у меня в фирме никто не работает. Бульонный кубик, 7 минут на огне, и суп готов. Они каждый день приходят в офис. Нет! Вот так. Но они же ничего не делают. От работы кони дохнут. Они еще умудряются какими-то своими делами заниматься. Главное, что их за руку не поймаешь. Все! Ничего не случилось. Ну, то есть, везде так, Дим. Но это еще не все. Я вижу, у вас проблемы. Нет, Лазарь Иванович, никаких проблем. Вынужден напомнить вам, что время возврата кредита приближается. И я решил взорвать этот офис к чертовой матери! Дим, ты что, с ума сошел, что ли? Там же люди могут пострадать. Знаю. Покурили? Покурил. Аркаша, что делать? Ты знаешь, мне кажется, у меня есть человек, который тебе нужен. Если в твоей фирме появится настоящий японец, то все сотрудники автоматически станут трудоголиками, понимаешь? Чему здесь харакири сделают? Причем как у нас это водится, сделают это через жопу. Тот, о котором я тебе говорю, он непростой, Дима. Серьезный это мужик? Настоящий кризисный директор. Он вообще по-русски понимает? Нет. А как я с ним общаться-то буду? Дима, с ним не нужно общаться, нужно слушать его распоряжение. Дарека нихонго га декиру га. Хай, ватаси ва скоси декимасинга. Вы ему сейчас что сказали? Он спросил, кто-нибудь в офисе говорит по-японски. Я сказала, что я говорю, и что меня зовут Надежда. Замечательно, у нас теперь появилась Надежда. Я японистка. Японистка. Шалой? Господин Тамакадзе говорит, что вы переводитесь на мое место. Можете занять мой стул. Это он серьезно? Дим, я знаю этого человека уже много лет, и за все это время он шутил только один раз, когда сказал Билл Гейтс, что убьет его. Но не убил, а уволил. Шалой! Втянул же ты меня. Это я тебя втянул? Чем ты торгуешь? Счетчики купюр, уничтожители бумаг. Гениально. А вдруг завтра денежная реформа, а? И что в этом случае понадобится Центробанку? А ему понадобится в первую очередь счетчики купюр, чтобы считать новые, и уничтожители бумаг, чтобы уничтожать старые. Ясно? Вот тебе спасение из моих брюк, то есть из моих рук. Мостурбанк первый среди имеющих. Это их слоган, между прочим. Букуаши Гуруфусан. Тамакадзе-сан говорит, что очень доволен вами, господин Щеглов. Хотя, честно говоря, я немножко затрахался. Я не могу перевести последнее слово. Чего ты не можешь перевести? Затрахался? Валя, Тамакадзе-сан говорит, что в ваших движениях он заметил утренний ветер, пробуждающий деревья. Надежда, спросите, пожалуйста, у Тамакадзе-сана, не заметил ли он в моих движениях непонимание, пробуждающего раздражение. Анта-тагатаю!
Он говорит, что должен был найти корень зла в работе нашей фирмы. И это вы. Я не хочу работать. Ну хорошо, к вам налоговая. Нужны уничтожители бумаг. Счетчики купюр-то зачем? А, не знаете, сколько уничтожаете? Ну да, я же вам говорю, налоговая. Я распечатал документацию! Но почему-то я люблю именно его. Приглашаю вас в ресторан. Вы уверены? Уверен. Вы любите японскую кухню? Вы сейчас издеваетесь? Нет, нет, конечно, простите, я понимаю. Вы очень приятная девушка. Мы можем на «ты». Вамут с Сёмгой. Собой? Да. Сёмгой. Я буду ждать тебя в ресторане. Извини, пожалуйста, можно мне сейчас уйти? Да, конечно. Мы же справимся одни. Да, конечно. Ой, извини, пожалуйста. Спасибо вам. Меня Надя ждет в ресторане. У нее телефон не отвечает. А я-то что? Щегол, ну извинись за меня, а? Ну, пожалуйста. Алло? Алло, Надюш? Не отвлекай? Да. Кого? Послушай, пожалуйста. Чего я дам? Ты на игру? Кады, Так уже 2 часа. Валентина, скажите просто. Сёгой. Здрасте, Наденька. Дима не придет. Поэтому у нас с вами есть приятная возможность провести этот прекрасный вечер вдвоем. Надя, а где Щеглов? Сёгой. Свет, посмотри, какой у меня бант. Обалдеть. Надя со мной не разговаривает. Ты к ней приставал? А Надя твоя это... Не гламурная девка. Как все прошло? Удалось? Нет. Дуй в ближайший цветочный магазин, покупай букет и стой на улице перед офисом. Розы не бери, обниматься неудобно. Я колются. Тебя умоляю, ничего не делай, ничего, понял? Я уверена, возьмите все в свои руки. Алло, Наденька, привет, это Света. У нас тут такое дело, я даже не знаю, как тебе сказать. В общем... Тамакадзе харакири сделал! Валя ему отказала, кишки по всему офису валяются! Ну, не знаю, мне понравилось. Импровизация, по-моему, какая-то. Надя! А что, прощание в офисе? А прощание с кем? С господином Тамакадзе. С Тамакадзе? Тебе ребята звонили? Да. Это они шутят. Надя, давай снова на «ты», как раньше. А я вам не верю. Надя. Я поверю. Если сейчас пойдет снег. Посмотри наверх, пожалуйста.